MrFish — это компания, которая предоставляет услуги для iGaming-индустрии без какого-то четкого геотаргетинга. MrFish — это экосистема. Экосистема, которая позволяет расти и давать результат. И что больше всего мне нравится, здесь ребята всегда помогают друг другу. И всегда есть вот это ощущение команды. Мы стараемся как раз выстраивать такую экосистему внутри компании, чтобы удовлетворить потребность каждого отдельного человека, а не в целом команды. Не скучно. То есть каждую неделю что-то такое, а сегодня это хорошо, я за, я послушаю. То есть развиваешь себя, то есть и нет такого чувства, что ты вот на работе загниваешь. То есть тебя вечно заставляют так, иди ищи новое, иди пробуй. То есть. Мы находимся вот в таком бурлящем постоянном потоке, да, и для этого нужно быть супербыстрым. Что-то происходит, и мы сразу же готовы принести это сюда. Важным аспектом для нас является то, что если мы не примем решение сегодня, то мы проиграли. Здесь круто, что путь от созидания до реализации крайне мал. И нет системы, которая будет стопорить твои инициативы. Если мы ему даем задачу и говорим, вот твоя задача, занимайся ей, но он абсолютно свободно может нагрести ее и сделать из нее там не просто винтик, который он закручивает, да, а взять полноценно полный механизм, который он будет заведовать. И это очень круто. Ты просто если берешься за нее, то ты аргументируй, обоснуй и делай, пожалуйста. Здесь точно невозможно не работать, назовем это так. Здесь точно невозможно не выделяться, поскольку у тебя для этого есть все инструменты и все возможности. Мы можем комбинировать, работать удаленно и в офисе. И это сейчас, как по мне, меня и всю мою команду очень устраивает. Эта компания дает возможности, открывает тебе двери, если ты хочешь творить и созидать. Бюджеты, с которыми мы работаем, они нам позволяют больше креативить, больше творить. И бывают просто идеи, которые прям выстреливают, которые ты там, например, сказал, и все такие, о, вот это оно, вот это класс. Самые крутые проекты выходят, когда такими фаерболами просто друг друга кидаем там, и вот это так, а давайте вот так вот. Общая черта — результат. Мы направлены в первую очередь на результат и стремимся к результативным вещам. Когда ты едешь по Киеву и видишь результат своей работы, работы команды, это круто, вот это драйв. Приходите к нам, у нас охеренно.